Джаз Синема – это самый, как по мне, лучший кинотеатр в городе Магнитогорск, где находятся очень большие залы, присутствует фудкорт, очень большой экран, и самое главное – это очень крутой звук. Об этих вещах надо думать и говорить постоянно. Не каждый первый сделает такое. Что это такое? Это бизнес, торгово-развлекательный центр. Таких в России очень мало. По сути, здесь жить можно. А зная детально особенности города, я бы точно это порекомендовал. У нас город уникальный тем, что наполнен жизнью 24 часа в сутки. Таких в России несколько. Но работать в свое удовольствие в Альфа-центре – это только Магнитогорск. Итак, наше сегодняшнее событие – это отдых с обалденным успехом. Это что? Это кино. Немного объясню. Чтобы получить такое, и это не дом, это невозможно сделать то, если вы не миллиардер в долларах. Собственный кинозал. Так это не просто зал, а с очумелым звучанием. Потому что это Jazz Mall Cinema. Самый большой плюс этого кинотеатра то, что администрация кинотеатра очень заботится о своих посетителях. И если фильм будет очень классный и на него будут ходить большое количество посетителей, то фильм будет дальше оставаться в прокате. И до момента, пока он вам не надоест. Опаца, это интересно. Почему? Да потому что красиво. То есть мы хотим, нам дают. А почему нет? Теперь ценники на билеты. Таких цен в природе нет. А здесь есть. Ну, раз мы равняемся в топе с 5 странами, раз цены на недвижимость у нас топовые, ну и одежды и все остальное, то это полный топ. Кроме Заполярья. Но Jazz Mall в цене не выкатывается. Это не нужно. Это нужно всем, чтобы реально посмотреть крутые фильмы. И самое забавное, что он в шаговой доступности в Ленинском районе. Мало того, здесь есть в Jazz Mall все. И цены более чем приемлемы. Но чтобы вам было вкуснее, бесплатные билеты. Бесплатные! Вот, собственно, и тот самый фудкорт, где вы можете купить попкорн, разливные напитки, начес, допустим, а самое главное то, что сейчас действует акция. Если вы купите комбо на двоих, то вам на следующий раз дадут 2 бесплатных билета. К сожалению, я бы раскрутил многих, но сложности это не моя тема. Это тема бизнесменов. А зря. Телевидение стало доступным, но вы в это не верите. Окей, зато у нас есть Jazz Mall Cinema. Вот про него и тема. Он просто окружен. Если кто-то хочет побеситься, да легко, попрыгайте. Если кто-то хочет покушать, то же самое. Все, что нужно, по нормальной цене. Есть дискаунты, то есть цены ниже. Есть. Можно упаковать себя и легко. Даже еда по вполне нормальным ценам. Как бы просто объяснить то? Если что-то нужно, то это есть для всех в одном месте. Место одно. Это Jazz Mall. Оно нам нравится. Безумно. Кинотеатр работает без выходных. И вы можете прийти в любой день, где вас обслужат, дадут билеты. И вы можете сходить на любой фильм, который выберете. Но также вы можете заранее посмотреть фильм на основном сайте кинотеатра.